В поселениях района продолжается капитальный ремонт уличной дорожной сети, запланированный на 2019 год. На данный момент подходит к своему завершению работы в Прибрежном сельском поселении. К капитальному ремонту дорог в Прибрежном сельском поселении приступили в конце июля. Выполняются работы по краевой программе на условиях софинансирования краевого и поселенческого бюджетов. Общий объем средств – свыше 10 миллионов рублей. Средства поселения – 290 тысяч, 3% от общей суммы. На сегодняшний день новое асфальтовое покрытие появилось на 5 улицах. Две дороги отремонтировали в поселке Совхозном. Это улица Производственная и Интернатная. В поселке Прибрежном – улица Светлая и в поселке Садовом, переулок Песчаный и улица Летняя, где работы близятся к завершению. Мы благодарим губернатора края за то, что у нас есть возможность благоустраивать поселение за счет краевых средств, потому что выделить такие средства из бюджета поселения очень сложно. Если удастся снова вступить в программу, в планах на этот год отремонтировать еще несколько улиц. У нас осталось 8 дорог, которые не отремонтированы, это асфальтированные дороги, ну и гравийные дороги. Большая часть уже отремонтирована, и мы их за собственное средство покрыли асфальтом. На сегодняшний день у нас готовы документы еще на 3 улицы, и мы надеемся, что будет третий этап. Сейчас мы вот прошли пока 2 этапа, надеемся, что третий этап мы тоже заявимся и нам выделят средства. А нет, значит, они перейдут на следующий год, 2020 год. Все документы уже готовы. Мы ждем только вот, когда нам скажут, что мы можем подавать заявки. Благодаря участию в краевой целевой программе в 2019 году на ремонт дорог Славянского района выделено 213 миллионов рублей. Это на 82 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Ремонт будет проводиться в 2 этапа. Из выделенных программных средств 70 миллионов рублей будет освоено в Славянске на Кубани, остальные в 12 сельских поселениях. Все работы планируется завершить в сентябре. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».